В деревне Поярково 30 июня состоялся лично командный чемпионат Михайловского муниципального района по спортивной ловле рыбы поплавочной удочкой в рамках празднования Всемирного дня рыболовства. Вячеслав Михайлович, а вы как начинали ловить рыбу? Срезал палочку, привязывал леску, выдернешь из курицы перо, сделаешь поплавок с кусочками ниппеля, маленький крючочек, хлебушка и на речку ловить уклейку. Ну и с тех пор страсть к рыбалке у вас? Только возросла. В соревнованиях приняли участие спортсмены и любители из Михайловского района, Серебряных прудов и города Рязани. С самого раннего утра начались подготовительные мероприятия участников. В 6 утра начался зрелищный экшен, ловля уклейкой, карасей на удочке. В ходе соревнований были награждены несколько рыболовов, чьи уловы по-настоящему поразили публику. Особенным стало в рыболовном событии участие девушки, настоящей мастерицы на рыбалке, а также юных рыболовов, которые продемонстрировали свое мастерство и умение поймать много рыбы. Я наловил уклейки на 280 грамм. Ну, отлично. Как тебе результат вообще? Ну, хороший. Есть к чему стремиться еще. Погода также явно болела за участников. Солнечный день создал отличные условия. Я когда там до 8 класса мы просто ходили на Змеинку, помнишь, с тобой? Там ловили это, не на Змеинку, там ходили с Алексеем Ивановичем. Там. И вот на 4-м, где, вот, там, где был грузовой мост, плотву ловили. Ну, может, в 7-й, 6-й класс. Пока маленькие были, когда... А потом, когда на пенсию шел, начал рыбалкой заниматься. Сын мне подарил первую удочку на день рождения. Я втемяшился. И давай ловить. В ходе мероприятия в 9 утра все участники собрались вместе, чтобы подвести итоги и оценить улов. Таким образом, лично командный чемпионат на Поярковском пруду прошел успешно, принеся участникам массу положительных эмоций и незабываемых впечатлений.